Всем большой привет, добро пожаловать на канал. И я сегодня хочу снова поделиться с вами фоточками и информацией по поводу новинок мира LOL. На этот раз компания MJ анонсировала новинку, о которой я говорила в своих прошлых обзорах. Tiny Toy. Это не что иное, как игрушка для игрушек. Странно звучит, не правда ли? Но это еще не все. В сети появились фото старшей OMG-сестрички Drag Racer на стильной розовой машинке. А также у меня есть первое фото куколки OMG Shapes. Но и это еще не все. Появилась информация, что куколки OMG из лимитированных наборов Amazing Surprise и Bigger Surprise будут продаваться поодиночке. Но прежде чем мы начнем, рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео с информацией о новиночках мира LOL. Начнем, пожалуй, с Tiny Toy. В сети Instagram появилось видео с распаковкой новой коробочки с сюрпризом. Это, приготовьтесь, игрушка для игрушки. Если дословно, то Tiny Toy – это крошечная игрушка. Она и правда очень маленькая, размером с Kinder Surprise. На упаковке указана первая серия. А также мы видим, что внутри нас ждет 5 сюрпризов. Всего в коллекции 15 мини-роботов. А также у нас будет возможность собрать собственный глэмпер, который состоит из 17 деталек. Вкладыш очень маленький, и тут также есть разделение на редких, ультраредких и обычных куколок. Хоть на упаковке и заявлены 5 сюрпризов, внутри пластиковой коробочки, которая по совместительству является комнатной подставкой для робота, нас ожидает всего 2 пакетика. В одном скрывается деталь от глэмпера, а в другом сама игрушка. Она с металлическим отливом. Стоит такая радость в Америке будет около $7. Ну а в России, скорее всего, от 1500 рублей. Весьма сомнительная игрушка, как по мне. Да и для кого? Для малюсеньких LOL они крупноваты, разве что для кукол OMG. Кстати о них. В сеть постепенно просачиваются фото третьей волны OMG. Первые фото – это сестричка Drag Racer. Кореглазая блондинка в стиле 80-х годов с неоновыми акцентами в одежде. И вы только посмотрите на эти милые перчатки. Да, детализация OMG, как всегда, на высоте. Но она появилась не одна. А на машине! Машина розового цвета с золотыми акцентами, и ее багажник трансформируется в джакузи. Интересненько. Как я думаю, скорее всего, кукла OMG будет идти отдельно, как это было с глэмпером, в котором сидела Neon, или с домом-шале, на фото которого мы впервые увидели куклу DJ OMG. Но и еще появилось смазанное фото куколки Shapes. Это, конечно же, просто рисунок, но мы, по крайней мере, можем хотя бы себе представить, как она будет выглядеть. Ну и, конечно же, еще одна бомбезная новость для коллекционеров фэшн-кукол LOL. В сети гуляют фото коробочек с куколками Downtown BB, Uptown Girl и Shadow, а упаковка выглядит в стиле LOL OMG второй серии. Это куклы из лимитированных наборов Amazing Surprise и Bigger Surprise. Наборы дороговаты, и в них куколки идут в комплекте с младшими LOL-сестричками, питомцами и аксессуарами. Не все коллекционеры больших кукол LOL этому рады, потому что нет возможности купить кукол отдельно от малышей, только если купить их у перекупщиков, которые разделяют наборы. Но и опять же, это довольно сложно сделать. Но теперь, скорее всего, такая возможность появится. Но пока только в Америке и в сети магазинов Walmart весной 2020 года. Информации пока мало, возможно, они выйдут ограниченным тиражом и в Россию завозиться не будут. Есть небольшая вероятность того, что если в России они все же появятся, возможно, лимитированный набор Amazing Surprise немножко снизится в цене. Но это опять же мои догадки. Ну что, ребят, на сегодня это все новости. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые интересные видео о новинках LOL. Ну и все, всем пока! Ставь лайк и подпишись на наш канал!